Всем привет, и в сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим сельскохозяйственную технику, и я вам покажу масштабную модель гусеничного трактора Т-150 в масштабе 1 к 43. Эта модель изготовлена брендом TruScale Miniatures по заказу StartScale Models, и впервые в коробочках SSM подобные трактора были показаны в конце 2015 года. И тогда было представлено сразу два варианта исполнения этого трактора. Первый в красном цвете, вторая масштабная копия была окрашена в желтый цвет, и у нее также был установлен отвал. И тогда рекомендованная розничная цена равнялась 4450 рублям, и я в свою коллекцию взял желтый вариант, я тоже на него делал давно видеообзор, кому интересно, можете найти видеоролик на моем канале. И второй вариант взял из-за того, что у модели за ту же цену была дополнительная надстройка. И что касается данного красного варианта, то я взял его в коллекцию значительно позже, по-моему, в начале этого года, когда на них была хорошая скидка, и эти модели в одном крупном онлайн-интернет-магазине продавали по акции. И в конечном итоге эта модель мне обошлась в два раза дешевле, чем ее первоначальная розничная цена. И сейчас посмотрел в интернете, эти трактора продают за 4850 рублей, конечно, тоже довольно большая сумма, но пока что на сегодняшний день это лучшая промышленная модель подобной техники. Конечно, есть модели от мелких мастерских, но там совершенно другой ценовой диапазон, ну и, конечно, немножко другое качество сборки. И у меня в коллекции не так много гусеничной техники, есть некоторые модели от SSM, также есть несколько тракторов из журнальной серии «Тракторы. История. Люди. Машины». По-моему, первые три выпуска я тоже вам их показывал. Если у вас будет интерес, то обязательно пишите в комментариях, я найду свои трактора и покажу их в отдельном видеоролике. Здесь упаковка абсолютно стандартного размера, в нее упаковываются обычные бортовые грузовики от StartScale Models, также небольшие автобусы. На лицевой стороне указан производитель TruScale Miniatures, также указан масштаб 1 к 43, а вот логотип SSM почему-то нанесли вверх ногами. И надо будет посмотреть, у меня на второй коробке тоже так неправильно нанесен логотип или только на этом красно-белом варианте так. На нижней стороне упаковки есть тоже различная информация, которая касается производителей. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом, по которому можно найти ее в интернете. И указан прототип Т-150, красный с белым. И модель довольно легкая, у нее металлический капот и металлическая кабина, а остальные детали сделаны из пластика, плюс резиновые траки. И траки я вам советую сразу демонтировать или их заменить, потому что они, к сожалению, оплавляют катки. И у меня на желтом варианте они поплавили ролики, и я поставил на замену металлические траки, и, в принципе, все равно заметны оплавленные детали. Это, конечно, не очень хорошо. На этом тракторе обстоят дела чуть лучше, но я тоже после видеоролика сниму траки и положу их отдельно. Давайте посмотрим на эту модель поближе. И, конечно, эти модели – это украшение любой коллекции, и можно будет делать хорошие диорамы при помощи подобной техники, или, например, поставить трактор на тяжелый полуприцеп ЧМЗ-АП. У меня тоже есть коллекция, могу вам как-нибудь в видеоролике показать, как будут вместе смотреться масштабные копии. Ну, вот такая покраска. В целом, довольно аккуратная сборка. Здесь я не нашел криво установленных деталей, также пятнышек клея. Очень хорошо проработан интерьер. Отлично видно рабочее место водителя, окрашенное сиденье, очень много различных рычажков в салоне. Дворнички здесь из фототравления, два дворника спереди, один на заднем стекле. Также здесь на задней стенке кабины установлены два прожектора. Они, возможно, чуть мельче, чем должны быть на настоящей машине, но, в принципе, образ прототипа здесь передан на все 100%, и я не буду искать мелкие недочеты, потому что подобной сельскохозяйственной техники я особо вживую не видел. Конечно, трактора эти у нас встречались, но, на мой взгляд, здесь более чем достаточная проработка в этом ценовом сегменте. Также на крышке капота установлена выхлопная труба, это пластиковая деталь, окрашена в серебристый цвет. Также есть короб воздушного фильтра.
Что мне нравится на этой модели, так это решетка радиатора. Здесь почему-то ее сделали в виде обычной декали. Она смотрится очень примитивно, тем более также здесь просвечивают небольшие пузырьки воздуха. И можно было бы сделать этот элемент из пластика в виде отдельной детали или из фототравления. Я заказал деталь из фототравления, возможно, она придет ко мне в начале следующего года, и тогда тоже примерю, возможно, наклею ее на этот трактор. Но, конечно, вот это не самое лучшее решение, и оно портит облик от этой довольно хорошей масштабной копии. Спереди также установлены фары, поворотники, габаритные огни. И если линза фар сделана прозрачной, то на поворотниках почему-то просто ее нанесли серебристой краской. Но тоже можно было сделать такую детальку в виде прозрачного элемента. Это украсило бы вид масштабной копии. Ну вот так сделаны балансирные тележки. Они рабочие, здесь все крутится, но, конечно, пружинки можно было сделать тоже как-то более реалистично. Я видел наборы по доработке, и многие люди дорабатывали подобные трактора, но свои масштабные копии я оставлю в первозданном виде, потому что разбирать, перекрашивать эту модель, я думаю, нету смысла. И, по-моему, также выходил подобный трактор в наборе AVD Models, и трудно сказать, был ли там отвал или вот такой базовый трактор. И этот набор, по-моему, продается за 1850 рублей, так что если вы хотите делать доработку, то вам проще взять модель изначально из набора и собрать ее и окрасить, как вы хотите. Здесь также установлены рукоятки открытия боковинок капота, хорошо сделаны дверные ручки. Интересно то, что одна дверь открывается против движения, а вторая по движению. Тоже довольно интересный нюанс. Установлены зеркала заднего вида, наклеена фольга, имитирующая само зеркальце. Также на задней стороне, на бензобаке, установлена лопата. Она смотрится тоже довольно реалистично. Очень хорошо реализован механизм, на который закрепляются различные агрегаты. Он рабочий, но из-за того, что деталь, видимо, окрашена в сборе, он довольно туго двигается. И также он двигается в нескольких плоскостях. Также здесь есть карданный вал, который приводит в движение надстройку. Есть вот такой небольшой гидроцилиндр, он сделан из пластика. Ну и другие элементы. Вот такая довольно симпатичная масштабная копия. И, конечно, сюда хорошо бы тоже навесить какой-то агрегат. Но, по-моему, для этих тракторов особо никто ничего не делал. Я видел, в продаже был плуг, но он, по-моему, не для этого трактора. Отвал сюда нету смысла ставить, потому что у меня еще одна модель уже с установленным отвалом. И пишите ваши комментарии, что можно поставить на этот трактор. Еще, по-моему, где-то я видел пилу для резки дорожного полотна, но, по-моему, на гусеничную технику она тоже не устанавливалась, больше на колесную технику. И покажу вам траки, которые я установил на другую модель. И повторюсь, что если вы возьмете в коллекцию подобный трактор, обязательно демонтируйте вот эти резиновые траки, потому что они просто въедаются в ролике. Вот это траки от моего желтого варианта, и здесь даже вот осталась краска. Тоже странная резина, она выделяет пластификатор, и когда я откручивал эту модель от подставки, то снизу тоже было все в какой-то маслянистой жидкости. Так что тоже не самый лучший вариант. Я после видеообзора демонтирую траки с этого трактора, и пока что оставлю его в таком виде. У меня вот такой набор есть металлических траков, но, по-моему, он не полный, потому что, когда я устанавливал эти элементы на желтый трактор, некоторые детали здесь были с браком, поэтому мне пришлось взять нормальные детали из второго набора. Но вот так они выглядят, их вы собираете в ленту и потом устанавливаете на трактор. И, по-моему, я в видеообзоре на желтый трактор вам показывал модель с уже установленными металлическими траками. Ну, вот такой замечательный трактор, который станет прекрасным украшением вашей коллекции. И сейчас, конечно, на эти модели нету скидки, но я посмотрел, продается с хорошей скидкой колесный вариант в темно-зеленом цвете. У меня колесный вариант в бело-зеленом окрасе, но если вы не приобретаете
приобрели ни одного трактора, то можете смело приобрести обычный темно-зеленый вариант хаки. Та модель тоже вполне прилично сделана, у нее рабочее сочленение, и за цену 2000 рублей это очень хорошее предложение. И пишите ваши комментарии, собираете ли вы подобную технику, какие трактора есть у вас. Возможно, вы собирали технику из серии «Тракторы. История. Люди. Машины». Возможно, у вас в коллекции также сохранился старый советский вариант, который был изготовлен на заводе двигатель. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.